привет, дорогие друзья! С вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Находимся с вами в коттеджном поселке Морской, где хочу сделать экскурсию по этому прекрасному дому. 125 квадратных метров. Он уже у нас с ремонтом. Давайте посмотрим вместе с вами. Полетели! Сперва хочется отметить, что в данный дом уже совсем скоро будет заведен газ, что является неотменной частью всех наших домов. Данный дом выполнен из короеда. Перед входом в дом мы попадаем на крыльцо, которое составляет у нас 4,8 квадратных метров. А теперь заглянем вовнутрь. Сразу проходим в огромный холл площадью 12 квадратных метров, где видна лестница на второй этаж. Но к ней мы вернемся позже. С правой стороны мы видим с вами санузел квадратурой 4,6 квадратных метров. Затем мы попадаем в спальню площадью 12 квадратных метров, где расположены необходимые розетки для бытовой техники. Далее мы проходим в большую кухню-гостиную квадратуры 33,8 квадратных метров. Она идеально подходит для проведения праздничных мероприятий в кругу семьи. Кухня устелена кафелем. С кухни можно выйти на террасу, которая составляет у нас 27 квадратных метров. Теперь перейдем на второй этаж. Сразу попадая на втором этаже, мы видим большой коридор площадью 12 квадратных метров. Первая спальня составляет 14 квадратных метров. А вторая спальня побольше, она у нас 16 квадратных метров. Третья спальня, тоже уютная, составляет 11 квадратных метров. Также на втором этаже расположен санузел, который составляет у нас 5,7 квадратных метров. Ну вот и посмотрели мы с вами прекрасный дом 125 квадратных метров, который у нас находится в коттедже поселке Морской. У него земельный участок составляет 6,5 земли. Из коммуникации здесь свет 15 кВт, вода центральная и газ. Он уже полностью будет заводиться у нас в этом сезоне. Поэтому данный дом с ценой уже со всеми коммуникациями включено. Данный дом еще в свободной продаже. Если он вам понравился, пишите ниже нам под видео или звоните в отдел продаж. У нас еще здесь очень много интересного. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем пока, до новых встреч!